Мальчики, девочки, всем привет! Елена Сергеевна вышла на прогулку. Смотрите, у нас на площади поставили вот такую штуку. Такая красивая. Дождиком украшена. Ну, это фотографироваться, чтобы сюда заходишь. Видите, как тут все сделано. Готовимся к Новому году. Всех, кстати, с наступающим. Такая штучка. Тут у нас аллейка. Ой. А тут даже наверху что-то такое сделано. И звезда. Горит звезда. Ничего, красиво сделали. Только, правда, дождик уже какой-то не первой свежести. Он, кстати, каждый год, по-моему, ставят. Внутри как сделано. Такая красотища. Там у нас площадь. Надо сходить на площадь, посмотреть, что интересного. Сейчас мы с вами на площади. Тут такая красота. Тут кормушечка есть. Вот что, что такое стоит. Кто знает, что это за штука? Непонятно. Вообще, я собралась в магнит пойти. Прогуляться надо, подышать свежим воздухом. У нас такой снежок. Снежок идет легкий. Тут какая-то информация. Ничего такого интересного нет. Пойдемте с вами в магнит. Прогуляемся. Там как раз и чижик есть. Думаю, через дворы пойти или нет. Вот думайте сами. Решайте сами. Да? Какой тут красивый рисунок сделали на здании. Блин, ну знаете, вот вроде на улице не холодно, да? Но руки все равно как-то мерзнут. Фух. Запыхалась, да. Конечно, бегать через дворы, это как не запыхаешься. Там детский мир есть. А тут такая детская площадка. Ну что, кстати, горочка прикольная. У нас скоро открытие елки 28 числа. Ну, площадка такая, знаете, немножко бедноватая. Вот. Бедненькая. Бедненькая, ну ничего. Короче, пришел в магнит. Тут мандаринки. И, кстати, неплохие. Мандаринки. Хурма возьму еще.
Вот это стоит 290. Бананчики, гранат, апельсины 220 рублей. Короче, хочу манго, ой, авокадо. И не знаю, как его выбирать. Грейпфрут желтый. Вот это что такое? Что это такое? Пишите в комментариях. Слива. На компот, который хочет. Авокадо 700 грамм. Вот так вот. Что-то еще. Груша какая-то. Еще груша. Я такую не видел. Ананасы, яблоки, вот. Так не знаю, надо какую-то грушу взять. Кусенькую. Киви. Пара с продажи. Вот эта груша. Красные груши. Макадами. Чё так? Что тут у нас? Печенюшки всякие, вафельки, мелорубки. Что-то я их тут не вижу. Не знаю. Сырники уже готовы, продаются. И заморозка такая. Перемешата. Кукурузные палочки, но я не хочу. Я хочу что-нибудь другое. Я так-то пришла за халвой, но, ну, представляете, подорожала, зараза. Надо еще каких-нибудь конфеток приобрести. Вкусненьких. Не знаю, какие. Какие-нибудь вкусненькие. Сейчас похожу, посмотрю, что-нибудь выберу. Смотрите, какая шикарная терка. Как раз за Иринки. Что тут? Тарелочки. Лампочки. Ну что нам не надо? То есть вот Иринка и рыбки я нашла. Только мне надо рыбки с луком. Крекер. Ну это похоже соленый. Сейчас посмотрим. Палочки сырные. Такие я не хочу. А еще, кстати, надо вот такую соломку взять, она очень вкусная. Но вот магнитовская не знаю. Хлебцы я не ем. О, большую надо. Что-то интересного. Булки есть вкусные? Кто о чем, но Иринка в булках. Не знаю. Посмотрим, что там. О, вы представляете, даже ромашка 48 рублей за 100 грамм. Офигеть. Темная ночь. Какие конфеты Иринки взять? Все, молоко я не хочу. А, кстати, даже себе карточку магнит скачала. Представляете, да? Карточку магнит скачала. Тут детское питание. Кстати, скоро Иринке надо будет детское питание покупать. Надо посмотреть.
Ну, сколько выбора, да? Чужие не хочу. Ну, даже большие есть. Не, не больше надо. Кстати, еще тут еще есть. Кстати, у нас соль 10 рублей в магните стоит. Такая соль. О, соль адыгейская. Что тут Пасхи уже готовятся. Куличи будем. Тут эти подинги продаются всякие-всякие. Ладно, девочки. Я пошел. Увидимся еще. Все, девочки, вышла я с магнита. Посмотрите. Целая стая голубей. Они завтракают. Их, видать, кто-то тут подкармливает. А нифига себе, как он летит. Эй. Говорит, ты на нашу территорию идешь. Представляете, да? Каких много. А он белый. Ой. Куда же мы все полетели? Белый вылетел, зараза. Они так прикольно летают. Куда ты полетел? Тут у нас стадион. Да? Птички. Куда вы летите? Ой, вот этот белый такой красивый голубь. Полетели. О, ты попал в кадр. Не, у нас необычные, я вам скажу, такие. Вот так вот, ладно. Ой, нихера себе. Сиренку унесут. Не будем мешать. Да? Чай пить. Что у нас в чижике? Я взял, короче, бананов. Тут столько. Блин, а тут есть этот десерт, новый ванильный. Йогурты. Нам какой-нибудь йогурт приобрести. Сметанка. Мороженое. Грибочки, шампиньоны. Рыбка, кстати. Тут раньше продавалась сушеная рыба. Надо посмотреть. Есть, нету. Колбаса папа мужа. Тут вот эти, наверное, вкусные колбасы московской какой-то. Такая колбаса. Бекон. Рыбы я тут не вижу. Девочки, я себе шапку нашла. Вот здесь такая шапка прикольная. Колпак. Розовый и белый. Какую взять? Понятно, что это такое. А, куколки. Колпачок, что ли, взять? А какой? А, наверное. Так. Тут даже, смотрите,
чижики и игрушки продаются. Какая куколка красивая. Вот я не голубая. Из такого. Пипсики. Новогодние подарки для детей. Вообще. Очень интересно. Тут даже сковородки есть. Ковшик. Прикольно. Что тут? Носочки. Вот так вот. Мыло хозяйское. Конфетки. И баклажаны с овощами. Вкусно, наверное. Кстати, вот видите, мед. Мед. Его, короче, когда открываешь, тут видите, написано 500 грамм. Его, когда открываешь, он засахаривается. Ананасы. Варенье всякое. Вкусно. Так, короче, какую-то закуску взять. Бутылки водки пахнут. Сахарок. На 49. Ну, там маленькая, большая, 64. Ладно, девочки, всем пока-пока.